Чтобы открыть всю картинку, запоминай и нажимай фрагменты, которые тебе показывает пингвин Пин. Похоже, что друзья давно не заглядывали к Пину в гости, и он заскучал. Дорогой друг, чтобы продолжить играть без рекламы, тебе надо купить премиум-версию нашей игры. Чтобы сделать свою жизнь интереснее, Пин спроектировал новый удивительный аппарат. Управляя подъемным краном, помоги Пину собрать элементы конструкции вместе. Изобретение Пина — это маленький робот-смешарик. Как мы могли забыть, что он приглашал нас в гости? Это ужас. Зато знаешь, как он нам сейчас обрадуется? Ой, Пин! Пин, дружище! Как я по тебе соскучился, а? Расставь элементы картинки по местам, чтобы узнать, что увидел ежик, заглянув во двор позади ангара. Thank you.
Картинка собрана. И теперь видно, что во дворе сидит маленький робот Пина и играет в куличики. Маленький робот так испугался ежика, что стремглав помчался в ангар к Пину. Нажимая на кнопки, помоги ему подпрыгивать и пригибаться, чтобы миновать препятствия. Маленькому роботу добраться до ангара, где ждал его Пин. Что же произошло дальше? Ангар Пина. Открой картинку, чтобы узнать, что же произошло, когда и маленький робот, и смешарики собрались в ангаре Пина. Что бояться нечего. Пин просто хочет познакомить смешариков со своим новым другом. Это Биби. Знакомься, Биби. Это Крош. А, не надо. Убери его. Не кричи так. Ты его пугать. Привет. Он маленький, но скоро всему научится. Да? Сомневаюсь. На следующий день Крош и Ёжик пригласили Биби поиграть. Перемещая маленького робота влево и вправо, помоги ему отбивать мячик, который подают друзья. Помог Биби. Игра удалась, и друзья остались очень довольны. Собери картинку. Собери картинку и узнай, чем еще занимались Биби и Ёжик в этот день. Собрана, и на ней видно, что Биби и Ёжик играют в шашки. Или это уже не совсем шашки? Не знаю.